раз наш ВУЗ силен в здоровьесберегающих технологиях, то именно по этому профилю и нужно создавать малые инновационные предприятия. Это проект создания производства источника питания, радиационно стимулированного источника питания со сроком эксплуатации 50 лет. Сделан опытный образец, опытно-экспериментальный, который уже несколько лет испытывается и выдает необходимый ток. Команда имеет высокий научный потенциал, она состоит из докторов наук, кандидатов наук, обязательно работают аспиранты, привлекаем студентов. Все проблемы, что называется, вот они шли из-за наших, может быть, некоторых незнаний. Для нас успех, он один. Это создать производство, реализовывать тот продукт, который мы предлагаем, и за счет этого зарабатывать. То есть быть богатыми за счет высокотехнологичного наукоемкого продукта.